это Фимбул Винтер. Я это жопой чувствую. Thank you.
Тьма близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни? Просто говорим о погоде. Он хочет сказать, что придет Фимблвинтер. Самая распоследняя зима. Я это хочу. Да. Мы слышали. Так что если идете на гору, постарайтесь не останавливаться. И не уходите. А если не идете домой, то же самое. Чего тебе, мелочь пузатая? Кто-нибудь еще? Тогда не мешайте. Надо привязать его к лодке. Держи. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно.
Это последнее. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед! Что ты нашел? Следы. Но не олени. Поищу еще. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого! Иди. Ого! Что тут было? Вот же он! Стой! Мой лук! Нет! Ты не готов! Назад! Yeah!
Драугар? Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Сюда можно? Олень пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой. Не сорвись. Что? Волки. Они не со зла, они есть хотели. Да, это наверняка. Он не может это использовать. Мы можем. Мы делаем. Вот. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела. И пришла пора. Ясно. Еще не готов к встрече с троллями. Я знаю, просто... Да, отец. Кажется, у нас теперь полный набор. Ха-ха!
ты? Ты куда? Нам в эту сторону. Смотри. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? Отец, смотри. Жди моей команды. Прицелься и сделай глубокий вдох. Выдохни. Я попал. Хорошо. Он еще живой. Домой в эту сторону. И ладно. Let's go.
Все никак не откроешь двери? Тихо. Изменился. А я говорил, закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь по... Иди в дом, сын. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Бесполезно! Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Задел за живое, да? Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Сейчас узнаю!
наскучил! Скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Тебе не победить! Ah!
Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Это был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого, что тут случилось?